Кастинг будет проходить в несколько этапов. На первом ребятам предлагают побольше рассказать о себе и продемонстрировать навыки работы перед камерой. Совсем не важно, математик ты или геолог, ведущим может стать абсолютно каждый. На первом этапе мы отберем, наверное, тех ребят, у которых есть огромное желание, которые действительно загорелись вот этой идеей работать на телевидении, вести какие-то передачи, да, ведь это все потом дальше перерастает в нечто большее. К примеру, все те, кто прошел у нас кастинги, да, имели большой опыт работы в прямых трансляциях, да, вели там всероссийскую студию, ну это круто, где тебя смотрят больше 500 000 человек. Канал «Универ ТВ» дает возможность реализовать собственные проекты и задумки. Многие ребята, которые в свое время прошли кастинг и удостоились чести быть в слаженной команде, сейчас работают на различных крупных телеканалах. Опыт, полученный здесь, способствовал дальнейшему развитию их карьеры. Если у тебя все еще есть сомнения, то развей их. Заполни анкету в официальной группе ВКонтакте «Универ ТВ». И приходи 19 февраля в 13:30 по адресу профессора Нужина 1/37. Докажи, что именно ты достоин быть в нашей команде. Для всех кандидатов, для всех тех, кто хочет пройти этот кастинг, я желаю удачи, смелости, храбрости, и пусть у вас все получится, ребята. Ждем вас на нашем телеканале. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универ Ньюс.